В рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2020 году в Одинцовском округе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было приобретено 32 квартиры. 11 января глава Одинцовского муниципалитета Андрей Иванов вручил ключи Кириллу Яковенко. Таким образом, за год новоселье справили все 32 юных жителя округа. В каждой квартире уже сделан ремонт, есть мебель и бытовая техника.